Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Добрий вечір. Митній службі Білорусі сповняється 25 років. Своє професійне свято її супрацовники відзначають сьогодні. На урочистостях у Гомелі побувала Настасія Кучинська. Рады гомельской мытни сёлета пополнили 44 супрацовники. У святочный день у знаковом месте на аллее героев молодые люди принесли присягу на верность Республике Беларусь. За 23 года деятельности гомельской мытни у бюджет краины перелишена сумма, эквивалентная 7 миллиардам долларов США. За период 93 года выявлено больше за 40 тысяч административных правопорушений. Распашата свыше 300 криминальных справ. Ушарашним студентам, каб стать профессионалами, яше придется лучше. Але уже зараз молодое пополнение разумея, что от их працы у многим будет залежить экономичная безопасность Беларуси. Тех, кто за годы пленной работы показал высокий профессионализм, ушановали у городским центре культуры. Заслуги многих из этих людей означены не только на областном, але и на республиканском уровне. Работа в таможне подразумевает в первую очередь на большую ответственность, большой объем знаний, которые необходимо освоить. Причем эти знания, которые необходимо не только освоить, но еще и совершенствовать в процессе всей своей служебной деятельности. Неважно, сколько ты работаешь в таможне, 5 лет, 10 лет, либо 20 лет. У профессийное свято гомельские мытники отрымливают узнагороды, эффективность работы всей структуры и их заслуга. С початку этого года у республиканский бюджет перелишено больше 750 миллионов деноминованных рублей. Гомельская таможня, на мой взгляд, достаточно успешно борется с правонарушениями в таможенной сфере. У нас уже 41 уголовное дело возбуждено за преступления, совершенные в сфере таможенного дела. Более 2000 административных правонарушений выявлено. И в связи с нарушениями изъято товаров и транспортных средств на сумму более 2 миллионов белорусских рублей. Выники работы гомельской мытни сцвярджают. Эта структура застается действенным механизмом державного регулирования внешнего гандлю, пополнения бюджету и умацавания экономичной безопасности краины. Настасья Кучинская, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Круглый стол для журналистов на тему профилактики правопорушений сярод неполнолетних отбылся сегодня во управлении внутренних справ Гомельского облвыканкама. Удельники размовы надали увагу мерам попереджения злочинства сярод неполнолетних, роли семьи у выхования детей. Закранули и тему высветления обставинов, которые погрожают житю и здоровью детей. Круглый стол во управлении внутренних справ по питаниях подлетковой злочинности сёлета мае особливое значение. Гомельская область является лидером по колькости правопорушений у молодежном осяроде. За 8 месяцев 2016 года зафиксовано больше 250 злочинств. Больше за все подлетки учиняют крадяжи, потом идут правопорушения, связанные с оборотом наркотиков и хулиганствы. Колькость опошних до речи сёлета удалось скоротить амаль удвоя. Однако правоохоўнікаў больше, чем ранее. Ней хвалюе проблема удзелу молоді у распаўсюджванні наркотыкаў. За гэта сёлета ў рэгіёне узбуджаны 26 крымінальных справ. Гэта больш, чым у астатніх абласцях краіны. Праблемы дзве: жаданне молоді хутка ўзбагаціцца і абыякавасць бацькоў да занятасці сваіх дзяцей. Да, школа, да, прокуратура, да, міліцыя, да, культура, медицина. Но мы это все второй, третий, четвертый, пятый, шестой номер, как говорится. Первый номер – это семья. И поэтому вот с Порошиным Сергеем Ивановичем было еще несколько лет тому назад принято решение. В первую очередь необходимо реагировать и пытаться чего-то достучаться через семью. Для батьков главное зрозуметь, что обставинов, которые погрожают житям и здоровью детей, сегодня значно больше, чем ранее. Например, часто подлетки утягиваются у криминальные справы праз интернет. Крадут маемость за рахунка уладальника, становятся дробными распаусюдживальниками спайсов. Або сами створают нелегальные интернет-магазины по реализации наркотиков. И до конца, конечно, они все равно не понимают опасности этого, но легкий заработок они прекрасно понимают. Одна закладка от 2 до 3 долларов. Вот посчитать, сколько они сбегали за день, сделали закладок, соответственно, сколько получили денег. Але сёння проблемы детей не обмяжоўваюцца только утягиванием у криминальное осяроддзе. Многие сами становятся ахвярами злачынства, у тым ліку накіраваных супраць особы. За 8 месяцев 1058 детей являются пострадавшими от преступлений. Конечно, да, большую очень часть составляет это преступление такие, как алименты, они являются потерпевшими. Но посмотреть, если статистику, то по Гомельской области за 8 месяцев уже 52 пострадавшие девочки. В сравнении с прошлым годом их было 30. Ну вот я специально еще посмотрела, как обстоят дела в других областях, то
Брестская область 25, Витебская 15, Гродненская 32, Минск 13, Минская 46, область Могилевская 40. То есть мы опять же в лидерах. Приклад жорсткой меры профилактики изменений у криминальном кодексе, які отбылися сёлета. По-перше, за распаўсюджванне спайсов отказность предугледжена с 14 годов. По-другое, повялічены термины покарання. По-третье, уведена отказность за знаходжанне у наркотичном стане у громадском месте. Повялічены так само и меры покарання за реализацию некурильных тытунёвых сумесяў, от штрафов и арышту до конфискации маёмасці. Александр Гамуля, Валерий Гапанько, Виктория Шумак, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Гомеле началось створение музея истории студотрадовского руху. Подчас брифингу, присвященного этой подеи, первые экспонаты передали ветераны студентских формирований. Студотрадовский рух на территории Беларуси свою историю вяде с початку 60-х годов минулого стагодия. Студенты оказывали допомогу колгасам и узводили промысловые предприемства, працавали на БАМе и Целине. Сегодня об этом нагадывают значки, фотоздымки, узнагороды, которые заховываются у былых бойцов студотрадов. Сярод задач створения музея студотрадовского руху – адлюстрование идеи мирной створальной працы белорусской молоди. Первые речи у будущую экспозицию сегодня передал комиссар одного из отрадов середины 60-х годов Валентин Чепелов. Дарэчы, место размещения покуль не вызначено. Это будет залежать от колькости собранных экспонатов. Конечно, мы надеемся на непосредственную атрибутику студотрядовского движения. Это значки, это бойцовки, это, возможно, путевки, которые выдавались бойцам студенческих отрядов, командирам их, комиссаров. Обращаться можно для передачи этих атрибутов в территориальные комитеты Общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи и непосредственно в областной штаб студенческих отрядов, который находится в Советской 126, город Гомель. Дарэчы, с завершением лета студотрады не спынили свою деятельность. Увольный от учебы час у Гомельской областной больницы врачам допомагают студенты медуниверситета. Первый подобный студотрад сформировали тут у минулым годе, а сёлета жадающих стало удвоя больше. Подробязности у наступным сюжете. Пятикурсница Дыяна Рятнер спостигая профессию врача не только у стенах Гомельского медуниверситета. Яна проходит навучание на лечебном факультете и параллельно отрымливая практичные навыки у областной клиничной больницы. Знайсти место по специальности, как оказалось, не так и просто, а лишь ее и пошанцевало. Я искала работу с 4-го курса, вот как 3-й курс закончил, и сразу начала искать. Не было такой возможности, все места студентами были заняты, но в мае месяце я нашла место в областной больнице. Спасибо большое коллективу нашего отделения оториноларингологического. И у меня много друзей, которые с моего курса, с младшего, со старшего работают в отделениях. Ну, колоссальный опыт для того, чтобы стать хорошим доктором в будущем. От такого супрацовництва выгода усім. Керавництва говорит, нараканяў до працы будущих врачов нема. Студенты спостигают азы профессии с практичной кропки гледжения. У нейким сэнсе по паскоренной программе. А у штатного медперсоналу з'являється больше часу на допомогу тяжкохворым пациентам. После 3-го курса они имеют право работать, студенты, в качестве средних медицинских работников. Поэтому они оказывают большое подспорье нам, а в 16-м году, то есть в этом году, уже сформировано 4 отряда из студентов по 10 человек. Они работают в отделениях, в хирургических отделениях, в реанимации, в нейрохирургии. В общем-то, в таких достаточно ответственных, серьезных отделениях. Зараз на Гомельщине студотрадовский рух набывает все больше размах. Яно и зрозумело, молодь активно хочет проявлять себе у разных сферах деятельности. И добро, коли в этом жадании их подтримливают. Те люди, которые у нас здесь и в студенческих отрядах, они на сцене, они в спорте, они в общественной жизни. То есть они социально активные личности, которые, я думаю, что не подведут в будущем и наш университет, и нашу страну. Наталья Игнатенко, Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Цирковая студия «Арена» отзначила 10-годовый юбилей. За гэты час юные артисты неодноразово становились пераможцами и призерами самых престижных международных фестивалей и конкурсов. Разом со шматликими гостями артистов повиншавала издымочная группа телеканала «Мазыр».
Мастерству жонглирования, эквилибристики и поветренной гимнастики тут могут научить практически каждого. Сергей и Ганна Кузнецовы, Дмитрий Соляник и Стас Плотников, Виктория Баграйонок и Стефания Турмович. У першиню на арену каждый из них вышел с усім юным узросте, а сегодня их имены ведают во всем свете. Вот эти все представления, которые мы проводим, большое спасибо горожанам всем, потому что они нас поддерживают, и каждый их приход сюда дает возможность оказывания какой-то помощи для дальнейшего развития. Первый значный юбилей заслуженный коллектив Беларуси отцветковал на сцене. У день народжения запросили самых отданных прихильников и близких сябров. За период своей творчей деятельности арена стала ведома далеко за межами Беларуси. Артисты студии неодноразово заявляли про себе гучными перемогами в Украинах СНД, Балтии, Италии. Удельничали у белорусских и украинских телешоу, популярной российской телепередачи «Хвилина славы». Складанные номеры покорили журы не только детячих, але и дорослых конкурсов. Такие моменты, как победы на всех конкурсах, для нас очень памятны, потому что к ним мы идем очень долго и серьезно готовимся, не исключая и травмы, и какие-то ошибки. Не могу не похвалить, в общем-то, родителей и высказать им большую благодарность за то, что они всегда рядом. Профессийная постановка, виртуозные труки, стильные декорации и динамичная музыка, складанное грандиозное шоу. Многие нумары глядачи бачили упершиню. Кожный выход артистов неизменно сустракали бурными аплодисментами. Цирк – галоўнае, чым жывуць гэтыя дзеці. Пры развітанні з гледачамі юбілейнага канцэрта яны паабяцалі хутка вярнуцца. На новае прадстаўленне калектыў запрасіў Мазаран у дні зімовых канікул. Кацярына Юрченка, Ілона Шаўлоўская, Алек Фіцнер, телеканал «Мазыр», спецыяльна для телерадыёкампаніі «Гомель». Завтра православные верники будут вспоминать Рождество Пресвятой Богородицы. Это свято установлено церквой еще у 4-м стагодзе и относится далеко 12-х святов, 12 самых важных у православия. Рождество Пресвятой Богородицы – это первое свято церковного года, яке начинается 14 вересня. А эти церквы бачили сен свято у тем, что у свете з'явилося опошнее звяно долгого ланцуга людей, якія на протягу всей человечей истории змагались за чистеню и веру. И поступово со стагодзя у стагодзя подрыхтовали з'явление будущей Богородицы. То, якая народившаяся на свет, где перемешанное добро и зло, грех и святость, с самого початку обяре добро и будет жить у чистени. Робите добро, закликают и наши айцы и пропонуют сбор сродков на лячение маленькой Киры Куруленко. По благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Гомельского и Жлобинского, во всех храмах Гомельской епархии пройдет сбор на лечение Киры Куриленки. Она больна раком. И вот уже у нас в епархии стало такой доброй традицией вот в 20-е праздники собирать денежные средства на лечение детей. Это уже будет третий ребенок, которому мы помогаем. Все деньги, которые будут собраны, пожертвованы прихожанами, будут перечислены на благотворительный счет и пойдут на оплату лечения этой девочки. И об спорте. Больше как 60 спортсменов приняли удел у першинстве в области по греко-римской боротьбе сярод молоди, якое прошло у Гомеле. На диван выходили мощнейшие атлеты 1993-95 годов народжения и молодей из усяго региона. Представительство довольно серьезное сярод удельников, призеры и переможцы международных споборництв. За пошних поспехов третье место Артема Беловусова на чемпионате Европы сярод юниоров. Дальше он так само примал удел у областным першинстве. На минулой Олимпиаде Урея Джавид Гамзатов завоевал бронзу, доказавши высокий уровень школы греко-римской боротьбы нашего региона. Не выключено, что сярод тех спортсменов, кто выходил на диван на этих областных споборництвах, так само есть будущие олимпийцы. Тем более, что перспективных борцов достатково. Подрастающее поколение продолжает радовать нас своим участием в международных форумах первенства Европы, мира и приносят медали наши воспитанники. То есть достойная смена продолжает растет.
По выніках обласного першинства будет сформирована команда, якая представит регион на республиканских спаборництвах. Яны отбудутся у снежня. Гэта и іншыя новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomil.by. На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире.